Здравствуйте, это канал Максимадзе, и у меня совсем вылетела из башки эта дата. 28 июня этого года был морской праздник, называется День Нептуна. И в честь него как раз таки посвящается в Angry Birds Season эпизод Пегалантис. Но я совсем про это забыл, но не ждать же следующего года, следующего Дня Нептуна, а вдруг я и там забуду. Да и ждать долго довольно-таки. Давайте сыграем прямо сейчас. Это один из довольно старых эпизодов. В 2012 году выходил. В нем 30 уровней. Есть одно золотое яйцо еще. Поехали, начинаем. Здесь у нас присутствует вода, что ассоциируется с тем, что это морской праздник. Надо чуть дальше, наверное, пускать. Неплохо для начала. Вот предыдущий этот выпуск по Angry Birds Season выпускал, где я был, летний эпизод, один из более последних таких. Пишут в комментариях, хотел увидеть ностальгию, а в итоге не получил ее. Ну, по новым эпизодам, ну как, по не новым, более последним. Ностальгию люди не получают, это было, видимо, не то уже время, действительно. Ну и про меня то же самое, наверное, можно сказать. Старые эпизоды, ностальгия там кроется. Может быть, в этом эпизоде действительно ностальгию кто-то и поймает. Но я стараюсь проходить эпизоды касательно порядка праздника, собственно. И даже если я их случайно пропускаю. У меня, у Максимадзе таковая традиция отпраздновать праздник, даже если забыл про него. И поздно вспомнил. У моего дня, 20-го дня рождения так было. Я всем тоже твердил. Даже если не получится вовремя отпраздновать, все равно его отпразднуем. Этот уровень посложнее уже немного. Давайте камни попробуем все-таки скатить эти, наверное, лучше. Нет? Да что ж такое, опять мимо. О, неплохо получилось. Ну, кроме последних свинтусов, конечно, которые падают под воду, это не очень приятно. Нет, пока не надо. Попробуем так справиться. Отлично, справились и так. Так, что у нас здесь? Какой-то кусок корабля какого-то торчит. Ну, немножко ниже, чем надо.
надо гораздо выше стрелять. Во, другое дело. Так, еще раз. Что-то первый раз не очень получилось. Да что ж ты будешь терять? Ну вот, другое дело. Оба. Так. С этим уровнем легче получилось. Намного. Да и с этим тоже. Не то, что с моим носом, конечно, который опять аллергии подвергся, наверное. Какой это у нас 8-й уровень? Пока что движемся более-менее быстро. Окей, и отлично. Золотое яйцо находится, если я не ошибаюсь, на 4-м уровне второй части. На 4-м уровне второй части этого эпизода. Блин, а. Может, с самого начала пострелять туда? Так, кто мне тут истории шлет? Потом. Не сейчас. Так, попробуем пока так. Отлично, неплохо. Что у нас? На этом уровне тоже надо подземные блоки ломать. Но этот уровень легкий получился достаточно.
и игра, похоже, со мной согласна. Да, при звезде. Второй динамит, видимо, для этого и нужен был. Чтобы вот этих взорвать. Так, взрываем тут. Хорошо. Немного не дождалась игра, что мне кажется. Блин. Да что ж такое, input lag что-то высоковатый, видимо. Ладно, другие блоки лучше постреляем. Ну, а эти что-то не очень как-то. Так, ну один все-таки остался. Это, кстати, последний уровень первой части этого эпизода. И, в принципе, довольно-таки быстро мы до него добрались. Да, блин, да иди нафиг. Короче, вот так вот сделаем. Что-то надоело немного уже.
Так, первый уровень, второй части. Так, ну с этим неплохо получилось. Хотя сложности на нем явно были предусмотрены. Но нам повезло. А тут блоки в воздухе у нас. Так, это третий. На следующем уровне, значит, яйцо будет. Да не, лучше так не бить. Так, ладно, еще раз давайте это сделаем. Что-то сложный немного уровень пошел. Даже это что-то не помогло нам. Так, где яйцо? Ага, вот здесь. Только вот как попасть к нему-то? Самого яйца я тут не вижу, но здесь стрелочка и веревка. Отлично. Пора уровень пройти. А яйцо посмотрим уже в конце. Может сначала туда стрельнуть? Да не, когда надо выше, наверное. Ha ha ha!
Жаль, камень не обвалился все-таки. Эх, повис, блин. Жаль. Нет, толку от этого меньше, чем от первой затеи самим стрельнуть в стекла в эти. Лучше. Отлично, вот так-то лучше. С открытым ртом, короче, воду пьет и уже сдох. Мне лучше, наверное, в эту стрелять. Этим. Короче, так сделаем. Что-то тут сложности есть. Уровень 2. Что это нам дает? Сильно ли это его усиливает? И в каком смысле усиливает вообще? Непонятно мне. И усиливает ли вообще это? Но должно усиливать, по идее, раз есть такая... уровни таковые. Ой, что ты сделал? Стекло останавливает его сильно, а?
Ну, этим я хрен пробью сейчас, конечно. Так, посложнее что-то пошло уже немного. Первый раз я, по-моему, использую такое. Дайте мне вот это вот. Так. Хорошо. Уровень какой? 10. Осталось не так много. В принципе. Ну, что-то тут сложно как-то уже стало. Да что ж ты будешь делать, а? Дайте-ка мне вот этих вот. А чё в одном месте-то всё? Подтолкнули немножко до смерти. Свина. Так, и... здесь ворушим. Срываем тут, ломаем. И там... камушки попадаем. И все замечательно получилось. С первого раза. Ой, да. Так, здесь нам предлагают, наверное, динамит попасть.
Ты, боже мой, что-то сложно немного. Так, да ладно. Отлично. Что это за мост, блин? Тут было несложно. В принципе. О, и финальный уровень, да? Да. В виде короля русалки. Русалима, или не знаю, как мужского русалку называть. Самцы русалочи же как бы есть тоже. Кстати, вот про русалок. Вот есть такая, была такая интеллектуальная передача «Такси» на ТНТ была, где Алексей Куличков, короче, водит пассажиров, задает им там вопросы. И там, короче, помню, в одном выпуске задавался вопрос один из простых: существует ли в природе русалки? И как бы, в принципе, конечно же, правильный ответ нет, но в принципе... Есть одна очень ужасная болезнь, называется сиренамелия, которая... У которой, короче, при рождении ноги младенца сращиваются так, что похоже на русалочий хвост, рыбий хвост. Впрочем, это не означает, что он стал русалкой, но он просто похож на... русалку, и это ужасно, никому такого не пожелаю. Ну что ж, этот эпизод мы прошли, пора золотое яйцо проверить. Тут у нас... динамит. Не очень получилось сначала, ну-ка еще раз. Один все-таки уцелел. Ладно, в третий раз. Так, этот уцелел снова. Четвертая попытка. Два уцелевают все время. О, отлично. Так, ну на 3 звезды я не буду все уровни проходить, это слишком долго, трудно, ну и не так интересно мне лично. Ну что ж, на сегодня все, с вас и господ Песоза, с меня эпичные видосы, подписывайтесь на мой влоговый канал, вступайте в группу ВКонтакте. Очень даже рекомендую. Также подписывайтесь на канал в Дзене. Я думаю, в нынешнее время было бы неплохо, учитывая нынешнюю обстановку с Ютубом. Ну и всем пока.